Друзья, всем привет! После обеда решил вот выехать на Элек не с донками, а чисто со спиннингом. Приехал вот в район кирпичного моста, здесь возле насоса. Сейчас на этой бурляшке попробую поблеснить. Потом дальше хочу проехать на то место, где я прошлый год рыбачил, там вот с июля месяца по сентябрь, ну, в сторону Гринленда. Там я весной был, то место задуло, где на донке я рыбачил. Ну, хищник, я думаю, по коряжнику должен быть. Ну, попробую. Сейчас время 15:30. Вот до вечера похожу. Несколько часов. Может, что-то и удастся поймать. Так что, смотрите. Взял свой небольшой арсенал. Ну, попробую. Туда на место приеду, может быть, жмых один закину еще, если будет место куда. Ну а так в основном сегодня на блесну. Блесна, силикон, не знаю. Погода уже пасмурная, такая дождливая. Уже я не знаю, сколько дней стоит. Ну, я думаю, что хищник, наверное, активный должен быть. Ну, это я так думаю. Сейчас все на деле проверим, как оно покажет. Все на деле покажет. Вот я в прошлый раз донки ставил на живца. Сниму сейчас. Так, сниму. Что тут у нас есть? Ну, начали, наверное, железо попробуем, а там видно будет. Места поменялись после паводка. У меня здесь с прошлого года, можно сказать, и не было. Поймаем, хорошо, не поймаем, ничего не поделаешь. Все. Попробуем здесь. Бурляшка. Так. Ничего.
какой-то не хочет. Давай здесь попробуем. Опа. Где ты, зубастый? Да. Так, первое место прокидал, что-то ничего нету. Головчики ходят небольшие, ну приманки, я не знаю, я их только испытываю еще, пока ничего на них не ловил, кроме тот первой блесны, которую ставил. Ладно. Проедем дальше, посмотрим, что там у нас. Попробую, может, на жеца поставить, на поплавок. Ладно, больше нигде не буду задерживаться. Сразу туда поеду. Там по весне все насыпь была против паводковой. Неудобно ездить было. Сейчас посмотрим, что, может, что поменялось. Да так, что сказать. Лето прошло, завтра, послезавтра уже 1 сентября. Так, пойдем чуть-чуть другой дорогой. Ну, я думаю, не заблудимся. Там, может, по пути грибов посмотрим.
хоть не такие дебри, как там, где я проходил. Рыжики появились уже. Это говорит о том, что осень уже недалеко. Сейчас опять куда-нибудь забреду, как прошлый год. Еще пару дней, наверное, грибы повыскакивают. Помочь уже есть. Так. Поможете уже есть. Так, это я, по-моему, не туда зашел. Так, ну наконец-то. Вот оно то место, где я прошлый год обитал. Посмотрим, что здесь. Во как! Коряга торчит, дерево торчит, лежит и рыбу хоть ловят здесь? Так, ну вот, друзья, я пришел на то место, где я прошлый год с июля месяца рыбачил. Ну попробуй. Друзья, поставил жмых, буквально 5 минут прошло. И у нас тут что-то уже дергает. Что там такое? Что там такое? Нифига себе плотва как. Тут плотва. А я даже и садок не взял. Так. Ладно. Иди гуляй. Чё ж теперь? Я вообще шел на хищника. Ну, сейчас начнется, наверное, клевать то, что мы не ожидали. Ну ладно, разницы нету, закинем еще раз. Опа. Нифига себе,
друзья, тут что-то невероятное творится. Че, в карп взялся, что ли? Нифига себе. Точно. Вот это новости. Вот он. Ни хрена себе. Вот это сходил на рыбалку. Вот это красавец. Вот это красавец. Тихо ты. Друзья, застой ты. Во! Вот что я поймал. Приехал на щуку. Смотрите, какой красавец. Ну тут полторашка, а то и больше, наверное, будет. Вот это новости. Вот это рыбалка. Вот это мне нравится уже. Сколько я здесь тут? 10 минут. Уже две рыбы поймал. Нормально. Так, куда же их закинуть? Вот это красавец. Давай здесь такая же. Это да. Вот такие повороты у нас в рыбалке получаются. Он жмых поставил. Первая плотва. И буквально через 5 минут карпик попался. Ничего. Тогда у нас банкет продолжается. Нифига себе. А я все лето игнорировал это место почему-то. Ну что, бывает. Почему-то я думал, что здесь уже и рыбачить негде. А здесь даже и есть где рыбачить. Ладно. Ни колокольчиков не сделал, ничего. Просто так на всякий случай закинул жмых. Вот тебе результат. Нормально. Что-то я не пойму. Я даже спиннинг не могу размотать, чтобы блесну забросить. Или не стоит ее вообще разматывать. Ладно. Что-то я разошелся прям. Ни весы, ничего не взял. Ну это, конечно, наверное, случайность. По времени, что у нас тут хоть? По времени 16:47. Попробуем побросать. Да, вот это поворот. Не думал, не гадал, как говорится. Ладно. Вот такой головчик. Так,
Иди гуляй. Тут рыба покрупнее засветилась. И мы будем на нее охотиться теперь. Там хищник горкует. Так, друзья, время уже 18:20. Что-то у нас как-то по приходу резко клев начался. Буквально за 10 минут поймал две рыбы. Я хорошую плотву и карп такой где-то, ну, килограмма полтора, наверное, может чуть больше. И все как обрезало. Короче, по хищнику перепробовал все свои снасти. Там и силикон, и железо, и воблеры. Но что-то как-то выходов нету. Сейчас подловил живца. Вот еще попробую закинуть на живца. Ну, будем ждать. Жмых еще один поставил. Ну, что-то тишина. Не хочет клевать. Не знаю. Или я пришел в такой момент, как раз выход был рыбы. Или чисто совпадение. Ну, не знаю. Еще посижу. Блеснить уже пока не буду. Так, так, так. Тишина. Жмых расставил, по-моему. Да. Сейчас другой поставим. Другой. Я жду. Так, друзья, что-то клюет. Сидит что-то.
он такой. Траву вижу. Плотва опять. Плотвица. Ну, хорошая плотва. Ладно. Тогда вслед за плотвой карп клюнул. Может, и сейчас так будет. Давай, гуляй. Ну, жмых хорошо держится. Долго. Течение все равно держит. Сегодня нас налегке выскочил, ничего не брал, ни стойки, ни подставки, как-то так рассчитывал вообще по хищнику походить, но хищник что-то, не, под той стороной гоняет там что-то, ну и не знаю, сейчас тут туда вот живца закину, пока тишина. А тут жмых стоит. Ну что. Так, ну что, друзья. Солнышко уже падает потихоньку. Я, наверное, буду сворачиваться. Сегодня выезд у меня был спонтанный такой. Особо даже и не собирался. Потом после обеда все-таки погода такая пасмурная, щучья. Думаю, съезжу на Элек, побросаю спиннинг. Ну, с хищником у меня ничего не получилось. Перепробовал весь свой арсенал. Так, что-то у нас вроде дергает. Перепробовал весь свой арсенал. И блесна, вертушки. Короче, силикон, не знаю, что только не кидал, ну, результата нет. Там по той стороне вот, сейчас вот начал хищник играть, бить, быстрее всего жерик, наверное. Ну, короче, выезд свой я начал от кирпичного моста, там поблеснил, походил, ну, безрезультатно. Потом все-таки решил на это место приехать, где я в прошлом году был. Ну, можно сказать, 2 месяца здесь я рыбачил. Неплохо. Карась ловился, карпик попадался, подлещики неплохие, сомик. Ну и вот приехал сюда, с собой прихватил еще жмых на всякий случай. Думаю, ну, кину, пусть стоит, что, пока я буду блеснить. Короче, жмых закинул. Только начал раскладывать спиннинг, смотрю, поклевка. Вытаскиваю, хорошая плотва клюнула. Опять закинул. Опять только взялся за спиннинг. Смотрю, моя донка спиннинг загнула ее в дугу. Не понял. Короче, подбегаю, хватаю, тяну. Похоже на карпа. Ну и что, и получилось все. Клюнул карп. Ну, думаю, вот это я попал. Наклев, сейчас попрет. Ну и короче, вот этот карп как клюнул, после него еще одного головчика я поймал, и все, тишина. Тишина, вот уже сейчас, вот сейчас уже 8 час, и короче, клево так больше я и не видел. Ну, наверное, буду собираться.
цвет головчик. Головчик, головчик. Такой красавец. Давай, гуляй. Что-то у нас тут на пасашок еще пытается проклюнуться. Ну. Сидит что-то там. Мелкое. Лотва. Отдыхай, мы тебя вообще не ждем. Ну а так, в принципе, выездом то я доволен. Можно сказать, с первых минут моего выезда и сразу такой бонус попался, я вообще рад. Сейчас вам покажу еще раз. Ну вот, считай, на 5-й, наверное, или 10-й минуте вот такая поклевка. Ну, где-то полторашка, наверное, будет. Так что мне хватает. Этого я, наверное, с собой заберу. В принципе, больше ничего нет у меня. То, что там три плотвы и одного головчика поймал, я отпустил. А, ну и язек еще был. Все отпускал. Так что вот такой у нас улов сегодня. Место здесь, конечно, хорошее, тихое. Спокойно. Ну, течение, конечно, чуть-чуть сильное. Пришлось еще груз подцепить на этот нажимник, потому что вытаскивает кормушку. Ну все, друзья, всем спасибо за просмотр. Я вам желаю удачных выездов, достойных трофеев, ни хвоста, ни чешуи. До новых встреч. Пока. Так, ну все. Иду домой. Но на это место я, наверное, еще приду. Здесь можно было пооблеснить. Но... Время у нас есть еще.